ήδη Όντιν. Άπα, παιδί, αν... Τι ουν γέγονε! Πάω! Флавий! Флавий, давайте мне! Бедная женщина. Флавий разлучил ее с мужем и ребенком. Я бы умерла на месте, лишь бы еще раз посмотреть великому Флавию в глаз. Слушайте же меня! Нужно... Морс! Эго лудрис ордена! Весурус тунтус! Vos in consumationem. This is the apocalypse. Oi, tis meisonos afrosinis. Криус, что Флавий сделал с тобой? Очнись! Где Флавий? Где он? Улетай прочь, ворон! Этот проклятый римлянин испоганил еще одну жизнь. Шепот! Шепот! Что? Мелита, гадюка посоха! Жрица? Нет! Нет, господин Флавий! Прошу! Алите Иви! Систей! Не ту! Так и был возможен! Ультимем код! Проксила! Проксила! Хватит вопить! Больным нужен отдых! Проксила! Ой, ты змиженос афросинос! Ладно, ладно! Давай потише! Она ушла поговорить со жрицей. Нет! Жрица! Змея в яблоке! У нее! Она спрятала их! Ложь и шепот! Тайны!
скрыты. Святилище шепотов. Это ты довел несчастного до безумия? Проксила сказала, куда пошла? В горы, но... Поможешь ему? Я пойду. Отыщу святилище шепотов. Ти плеон мелуси оран. Анфропи нунна полесе. Ιδιώτη, οράν βούλη μη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Ωι, της Μέιζονος Αφροσύνης. Της Λάβης! Λάβης, давайте вместе воспоем его имя! Autum trica! Auxilium! Num quid, non tu? Надо действовать аккуратно. Значит, тайна в горах. Надеюсь, с Проксилой и остальными все в порядке. Ладно.
Как скудно твое воображение. Как скудно твое воображение. Впрочем, откуда тебе знать волю богов? Этот священный предмет может дарить как свет, так и ум. Как скудно твое воображение. Впрочем, откуда тебе знать волю богов? Этот священный предмет может дарить как свет, так и ужас. Она целительница. Не понимаю, как она могла. Жрица, это она пытала тех людей. Она целительница. Не понимаю, как она могла. Сефнев, не тептен. Уайче се дейби. Пешет шуме су. Хирабуи, незет. Я бы сожгла здесь все дотла, если бы могла. Сюда пришло ужасное зло, Баек. Я опасаюсь за судьбу любимой Киринаики. Мелита была безумна. Тот артефакт, который Флавий уже использовал, он принес его сюда. Я понял, встретив Криуса. Будто что-то вгрызалось в мою голову. Так он действует. Пожирает разум, как паразит. Управляет людьми и превращает их в рабов. Мелиту нельзя было спасти. После такого я бы сама перерезала ей глотку. Спасибо. От меня и от Балагре. Мы о таком и просить не могли. Я сделал это по своей воле. Пока свобода что-то значит. Тебе не надоело постоянно со всеми прощаться? Отчасти, да. Но это мой путь. На нем те, кто вселяет в меня надежду. Твоя земля не умрет, Проксила. Ты ее целитель, ее защитник, ее Меджай. Для нас пришло время стряхнуть с себя безумие, Баек из Сивы. Thank you.
Κουσοντού. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Даже если вам удастся одержать победу, мы воскреснем вновь. Ведь орден древних – дети осознания и понимания. Мы не нуждаемся ни в кредо, ни в доктринах. И мы не прячемся в тенях. Мы всегда на виду. Пришли из Балагрея и вцепились в меня. Стали требовать налоги за год. А за отказ сожгли мой дом. Уверен, что это люди Леандра. Моя жена умоляла, чтобы я не перечил ему. Как в воду глядела. Леандр ответит: даю слово. Даешь слово, Диокл? А кто вернет мне урожай? Кто вернет мое стадо? Ты бесполезен, как и все. Даю слово. Ха! И чем же наш безупречный магистрат не угодил тебе, египтянин? Меня прислала Проксила. Я Баек. Она в порядке? Тяжело жить, когда твои земли оскверняет Флавий. Я иду по его кровавому следу из самой Сивы. Так это правда? Да. И он готов развязать войну. Еще один тиран. Нет египтянам покоя. Война сменяется войной. Флавий превратит Египет в огромную могилу. Он правит из Акрополя, но там полно римлян. Молюсь, чтобы боги помогли тебе, Баек. А мне нужно унять его пса, магистрата Леандра. Найди меня, если вновь окажешься в Кирене. Спасибо, Диокл. Душа моего сына должна обрести покой. Мы не нуждаемся ни в кредо, ни в доктрин. Это росказни Ордена Древних! Флавий превратил вас во врагов свободы! Сыны Прометея, идите за нами, лишь служа Ордену. Я не знаю, как поступить с магистратом Леандром. Он не чист на руку. Но он друг Флавия и плевать хотел на закон. Так прервем эту дружбу. Тебе легко говорить. Он запугал или подкупил всех, кто мог его разоблачить. Симонит мог бы помочь, но он вечно пьян. Правда, вчера он так и не вернулся домой от Леандра. Я его найду. Отлично. Тогда я поговорю с магистратами. Ищи нашего друга в таверне или в борделе к юго-западу от арены. Затем встретимся у меня. Ищи дом с большой террасой на главной улице. Это ты, Симонит? О, боги, зачем так кричать? Диокл просил найти тебя. Скажи, я умер. Знаешь Леандра, магистрата? Мерзавец. Это ведь из-за него моя голова, как в тумане, а кишки взбунтовались. Наверняка мне что-то подсыпали в вино. Уж прости, но ты пойдешь со мной.
Да будь проклят Дионис и его нимфы. И ты тоже дух мщения вместе с ними. Если я умру по дороге, знай, что это из-за тебя. Как тебя звать, мучитель? Баек. Египтянин? Да. Диокл сказал, что ты вчера был у Леандра. Оргия на его вилле. Там все было прекрасно. Вино, женщины, мальчики. Звучит... Иптос потерял тогу. Странно. Странно? Задание? Я работал. И что же ты узнал? Симонит, все в порядке? Нет. Будь проклят, сын Ра. Thank you.
Мурías para que vas matatuta este. Ой, ты зме. Это ты, Симонид? Диокл просил найти. Как тебя звать, мучитель? Баек. Египтянин? Да. Диокл сказал, что ты вчера был у Леандра. Оргия на его вилле. Там все было прекрасно. Вино, женщины, мальчики. Звучит... Иптос потерял тогу. Странно. Странно? Задание? Я работал. И что же ты узнал? О! Симонид, все в порядке? Нет. Будь проклят, сын Ра. Идиоты. Оран вулими ти миханасте и на эксельпис. Не хочу знать, где ты его нашел, Баек. На улице. Бордель куда-то делся. Ты что-нибудь нашел на вилле Леандра? Множество записей о взятках и хищениях. Пока я в них рылся, меня обнаружили. Но я сумел убедить стражу, что я просто пьян. Ты хороший актер, Симонид. Значит, доказательства есть. Их нужно только забрать. Мы будем в долгу перед тобой. Но зачем ты станешь рисковать ради нас? Никто не смеет злоупотреблять властью. И тем более угнетать людей. Ни греков, ни египтян. Да, хорошо сказано. Друг мой Баек, да ты словно Цицерон. Вилла к востоку отсюда, среди виноградников. Мы соберем остальных магистратов в храме Аполлона. Приходи к нам, когда соберешь улики. Да поможет тебе Тюхе, друг мой. Лучше не привлекать внимания. Corre sento!
Кампана! Хик молестус! Вид боксера! Туквокуэ, фратер! Взятки, роскошные пиры, вечные пропажи денег из казны. Доказательство, что Леандр преступник. Но тут что-то про Диокла. Заговор? Нужно сказать Диоклу. Он в опасности. Это список покупок. Много денег потратили. Оран вулимити механестерина экселенти. Ой, ты змижу наш афрошинис. Αυτή πλέον μέλουσι οράν. Άνθρωποι νουν αφολέ. Μόριας παρασκευάζει τα τούτανεστη. Ευχαριστώ τον Θεό. Долго нам еще тут ждать? Паек найдет доказательства. Диокл! Леандр! Он планирует заговор! А, вот вы где. Строите козни. Ты ответишь перед народом, Леандр. Ты спас мне жизнь, друг. Проксила бы не простила, если бы я позволил Леандру убить тебя. Но зачем ему это? Он был так одержим жаждой власти, что решился на убийство. Я уже не удивляюсь подобным вещам. Мы живы благодаря тебе, Баек. Киреной должны править только достойные. Я уверен, что ты справишься, Диокл. Баек, друг мой, пришло письмо от Проксилы с благодарностью. Леандр нас обокрал, но ты помог возродить город. Спасибо. Баек, ты видел мои взлеты и падения. Но главное, что мы живы, а Кирена свободна от этого гнусного борова Леандра. Диокл — добрая душа. На него можно смело ставить все деньги. Хотя ставки — это не совсем мое. Иди один, оран вулимити механест.
Надо действовать аккуратно. None of them. Думаешь, я не чувствую, как ты рыщешь в тенях баек из сивы? Я шел по твоим следам, жуткой дорогой смерти и безумия. Молись! Ты ответишь за смерть Хему, Флавий! Нет, египтянин. Сейчас ты падешь ниц пред своим богом! Ты лишил меня сына и друзей! Хватит фокусов! Да?
Хватит! Сразимся! Почему ты не убил меня тогда, в Александрии? Тебе стоило вступить. Ты убил ребенка, Флавий! Моего сына! Единственный поступок в жизни, о котором я не жалею. Ты не обретешь покой! После его смерти орден склонился передо мной. Цезарь тоже. И весь Рим. Мне подчинилась империя тысяч, и каждый из них превосходил своих предков. Ну же, убей меня! Ты трус! Не трать время зря! Я не могу, не могу! Я не могу! Я с тобой, папа. Нет. Я потеряю тебя. Не навсегда. Мы встретимся с тобой в полях Иалу. Лучше, если реликвия сгинет. Айя должна знать, что наш сын обрел покой. Интересно, как поживает Диокл? Πλέον μέλους η Οράν. Άνθρωποι νου να πολλέσαι. Μοίρα κακή. Έφρικε με. Τι σφάλμα. Μόριας παρασκευή. Я не актер, Симонит. А я. Баек, друг мой, мы как раз говорим о тебе. А, что-то случилось? Нет, нет. Симонит просит меня сыграть самого себя в комедии про Леандра. Достойный триумф светил Кирены. О, интригующе. Он и сам знает, что это чепуха. Но, устроив праздник, мы восстановим свое имя. И, кстати, хочу тебя кое о чем попросить. Нужен актерский талант. Пора вернуть виллу Леандра народу. Но для этого нужно забрать документы. Римляне нам не дадут обыскать покои Леандра в Акрополе. Это не страшно. Я найду бумаги. Οι, τις μίζωνος αφροσύνης. Αυτού κλαθμούς δε οίκουσον φεύγει. Ω, βαχέχτμενο, νούνε σχέδε. Της Μέιζωνος Αφροσύνης. Μόριας παρασκευάσματα του Δανεστίν.
Ιδιώτη. Οράν βούλιμη τη μηχανάστε ή να εξέλθεις. Стража держит ухо. Tu Altemok und Baket! Tertium, fackel dir! Qui mamitas! Где еще могут быть документы, как не в тайнике? Это документы. Диокл будет рад. Теперь наступит новая эпоха. Вот документы, Диокл. Люди перестали уважать магистратов, но это поможет вернуть доверие. Знаешь, Диокл, поступками можно добиться многого. Витрувий, это твой друг, так? Один торговец сказал мне, что видел его недалеко от цитадели. Похоже, он попал в беду. Витрувий хороший человек. Говорят, его работы преобразили Южную Киренаику. Я был бы рад познакомиться. Встретимся у Оракула Аполлона. А я навещу Витрувия, нашего римского мечтателя. Витрувий, Диокл сказал, на тебя напали.
На пути к цитадели проклятые разбойники похитили мой манускрипт, труд всей моей жизни. Об архитектуре. Сейчас опасные времена. Но с каких пор разбойники читают? Знать не хочу, что у них на уме. Вряд ли они ценители многочисленных достоинств современного подхода к архитектуре. Я верну трактат, а то его сожгут, или что похуже. Бедедук, а нет хает.